Юрійовича, інспектора управління патрульної поліції в місті Львові, Національної поліції України. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Благодарю за службу. Вітаю. Благодарю за службу. Я навмисно запросив цих нових поліцейських наприкінці нашого нагородження. Хочу отдельно сказати про ситуацію, яка сложилась і складається в боротьбі наших принципіальних сотрудників за настоящие істинні цінності. І якщо патрульний поліцейський, или національний гвардієць, или пограничник применяють силу, или пресекають преступление, хто би ні був чоловік, совершивший це преступление, будь то бывший влиятельный милиционер, или прокурор, или судья, каждый должен быть наказан. Я сегодня награждаю этих патрульных за то, что они сделали в конце лета этого года, когда спасли жизнь человеку, и это будничная рутина. Но эта рутина каждого из вас приводит к тому, что меньше и меньше жизни мы теряем. Статистика за последние 9 месяцев говорит о том, что на 25% снизилось количество преступлений за счет эффективных действий превенции вашей. Я хочу подякувати Гончаруку за его работу. Я не согласен с отстранением от должности этого полицейского решением суда. Думаю, что это очень быстро закончится. И благодарю вас за службу. Дякую. Служу украинскому народу.